Dr. Chai, are you okay? Жарко, блін. Друзі, тут така жара, ось тільки-тільки сіли. На сонці була автівка, стояла десь приблизно часа 4, да? Ніка тільки ось, блін, залізла, оділа свої круті шорти. Ну, вона каже, що вони круті. Ну, це на вулиці. Вона каже, чого ти мені не сказав, що вони класні? А що значить, Ніка каже, а ти так не вважаєш? Я вважаю. Я говорю, Ніка, ну ти ж сказала. Почему, чому ти мені не сказав за мої шорти? В тебе круті шорти? Що таке? Ні, нічого. Ти зараз відхватиш. Та я сиджу, молчу. Ну, ти ж знаєш, що я люблю помолчати. Да, любиш ти. Льолік! Заспівай нам пісню. А, ну буде холодом или не буде? Да, буде. Конечно, буде. А сильнее можно включить? Или нам треба просто свалить отсюда, звалить вообще. Зваливаємо? Жена, блин. Что, жарко? Нет, блин, холодно. Сейчас я включу, подожди, еще больше. Кошмар, что такого не было? Сейчас поставлю 16. Ужас, отца машина нагорела. Да, согласен, да. А ты представляешь, как не в иномарках там жарко? Там на тебе дует, перекинь, так, вот, вот такую штуку так сделай на себе. Да, о, вот это на тебе дует. А это на моем. Вау. Добре так? Краще? Что это за бандюк? Это какая X5? Это старый X5, дуже старый, 6 или 7 рік, кстати. Да? Угу. Голуби. Ну что? Поехали. Поехали? Поїхали. Друзі, якщо б ви знали, куди ми зараз їдемо, а їдемо, вау, просто вау. На Мальдіви, Черкаські. Смілянські, блін, смілянські села їдемо, блін, не будемо там тусити. Покорять. Да, Ніка буде купатися. Ну, якщо вода не холодна, да, то я залізу. Вона дуже буде купатися. А, я хочу. І я, як назло, не взяла купальник. Ничего. Все взяла, 20 сумок взяла, всех вещей, а купальник не взяла. Блин, надо лобовуху вытереть. Ты видишь, как она грязная? Ё-моё. Ну да, грязноватенькая, да? Машинка, да. Прям ужас. И я не взяла купальник. Да ты будешь без купальника, можешь сиськами болтать. А, ну да, все привыкли, в принципе, да? Да, все уже все равно думают, ну, что ты все равно голо, блин, на роликах появляешься. Ну да. Как там, кто-то сказал... Мне понравилось, кстати, кто-то сказал, мы ее уже с разных сторон видели, уже даже голую видели, можно сказать, а лицо свое показать стесняется. Ну, бачишь, так что все, можешь вообще раздягаться. Ну да, ты ж меня в душе там уже показал, всем все уже, все видели. Все тебе бачили уже от А до Я, короче. То можешь раздягаться полностью, голячка там, бля, на все, и люк открыть, да, и вперед. Вау! Кстати, у нас еще люк, кстати, мы можем открыть. Але буде дуже жарко. Ні, не треба. Люк, це не гарна затія. Вона гарна, коли ти їдеш десь. Ми включили цю... Як називається? Кондиціонер, да? Это... Так. Или що це таке? Треба ось сюди в магазин приїхати. Угадай, що я хочу пити. Зараз заїдемо, подивимося. Оп, оп! Это лежачий поліцейський. Полішин. А ти здесь був в магазині? В цьому? Да. Ну, сейчас зараз зайдемо, подивимося. Ну, 1000 дрібних. Чуть не сказала 100, сейчас бы меня забычили опять. Тачки так ставлять, я не знаю, бля. А мне с тобой или ты сам? Похер. А что взять? Да водички какой-то, то и все. Воды? Ну, попить, да? Мороженое не буду, бо воно все... А там мы не успеем мороженое съесть. Хотелось бы, конечно. А посмотри, может там будет в холодильничке. Сам знаешь, что. Что? Ну... Ну, кажи, не тяни, бегом. Грейпфрутовое пиво. Нет. Нет, почему? Ну, безалкогольное оно же. Нулевочка. Женя! Все. Ладно. Пошел.
Ой, какой красивый. Какой красивый. Какой красивый мужчина. Пошел, пошел. Блин, взял в целый кулек и пипец, и не то взял. Ой, идет. Ты меня оставил тут, как паршивую собаку по жаре. Я не то взял. Как Ника, это не то? Просто взял не то. А зачем же ты взял? Сейчас покажу. То. Ты снимаешь? Да. Сначала я взял вот это. Лимонад. Лимонад. Да. О, видите, лимонад. Что здесь написано? Потом я взял вот это. Уманский лимонад. Потім с прапором Украины. Вот такие вот эти морозовые. Тобі. О. Ага. Вот такие. Взял себе стаканчик маленький. Вот такие. Оно сейчас растает. Надо быстрее есть. Я придурок. Взял вот такое, а воно алкогольное. 6,4. Я не бачив. Я думав, тебе сейчас обрадую, вийду. На, я тобі знайшов. Так іди поміняй. На що? Нема нульовки. Взагалі нема. Я не знаю, що. Ну так верни просто і все. Та ладно, блін. Не, ну як це? Ну хай стоїть, блін. Якщо що, десь, блін, вип'ємо. Вип'ємо? Мені ж не можна, я ж нульовку. Ложись сюди, тут ось у холодильник. І не можна нульовки? Нету нульовки? Прямо взагалі? Нема. Никакой. Нема. Тю. А как же ты так не посмотрел и взял? Це пипец. А почему блин. Ты себе такое мороженое некрасивое взял? Ну потому что, блин, хотів собі обычно взять. А у меня, я же не знаю, что я люблю разноцветное мороженое всякое. Это, наверное, дыня. А, с чем? А, вот, киви-манго. Как мужик гоне, блядь. А я тупица. Не бачит, не дивиться, куда він їде, блядь. Прикинь. Лезет под колеса. Рассматривает машины, а он рассматривает машины, блин, не бачит, куда едет. И потом, блядь, он такой. Блядь. Конечно, въебало вообще с моей машиной. Все, надо выключать, Женя, начал матюкаться. Да ну, это пипец, блин. А если бы он влупился на своем, блин, на трандулете, мне, блин, на машину. Мужик, красота вообще, пипец. Скажи, Ник. Да, очень красиво, поля такие красивые. Дуже красиво, реально. Передасть. Я тебе говорю, передасть. А, вот. Дуже красиво. За что вообще? Представляешь, тут постелить какой-то простынь? Не, ну оно... А, это ж не эти... Это кукуруза. Це? Ну, наверное, что-то растет. Можливо. Это кукуруза. Це можливо, да? Это кукурузка. Дуже прикольно. Красиво. А я думала, что это просто пустые поля. У меня осталось почти целое мороженое, а уже не... У меня чуть-чуть. А уже не, уже ничего не могу. Это знаешь, как я вам скажу, посмотри. А я раньше, кстати, не понимала, как люди кусают мороженое холодное. В детстве. Легко. Я могу сделать вот так. А потом... А? Ты как этот, который лезвие глотает. Угу. Угу. Это я. Как он называется? Забыла. Кокусник это, да? Кокусник, да. Они уже поняли, наверное, по дороге, что мы не в городе. Класс, пофоткаешь меня? Я тебе скажу, что оно кладовище, прикинь. Заздалегідь. Очень даже хорошо, да? Это еще крутая дорога в селах. Та у нас взагалі в селах в Україні дороги, мама, не говорить. В селах там взагалі щебенка, да, і все, є. Да, є в інших країнах взагалі взагалі жоп. У Росії то там піпец. То там є ями, там є взагалі. А в нас... Кстати, у нас, якраз, дійсно, мама теж говорила. Ну диви, як у нас у село ось починається все, як добре. Диви, які дороги. Так, тут не знімай, бо тут блокпост. Все, пока. Тут не можна знімати. Хто це? Лошадка. Це конячка. Какая красивая. Це конячка, красунечка. А как ты думаешь, если я выйду ее погладить, она будет Я не знаю. Давай, люди тягають тачку. О, вот, ну значит, все как село. В да. Селе. Все как в селе. Круто, все молодцы. Ну, молодцы прикольно. Вообще, блин. Мне так нравится эта сельская атмосфера. Сейчас мы вам хоть покажем, как у нас у селах, как у нас вообще тут. Пацаны толкают тоже, машину, да, да. Своя романтика, да. Ты знаешь, это сельская. Мне нравится. Тоже круто, тоже круто. Летом классно. Люди, батько с сыном на велику, блин. Велику, блин.
Сапатюра рядом. Що ще треба, блін, людям? Вони свободні, вони щасливі, в них є мрія посадити картоплю. Забот у них особливо. Ну так, ну такі, зрання вставати, ну, ну як, да, у них є. Але считай, вони з самого ранку працюють, але там до обіду, і потім все відпочивають. Ну я тобі скажу, що люди в селах дуже тримаються. Дивіться, які дороги у нас в селах. Це я вам ще зараз покажу, щоб ніхто не сумнівався, не казав, та що, ви все брешете. Ви подивіться, тут нормальні дороги у нас. Ну, я не бачу, що є якісь там дефекти. Біля села, біля мене дуже дуже хорошо. Тут дуже круто, ну подиви, ну нормальні дороги, йо-моє. Ну що, в'їжджаємо, да? Да, ну, наверное, же туда. Сейчас посмотрим. Ну, вроде как сюда. Значит, да. Ну, да, 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 да. Да. Диви, як тут класно. Оце конюшня стара. Видиш, вони, мабуть, всі йдуть з річки. Да. А воно пацки, річка, пацки, вон вже вода. Пацки на моцики, повні баки бензика. Все. Я б тут хотів дом вистроїти. І отут мешкати. Жити серед цього поля. Да? Скажи, круто було. Ну все, переїжджаємо. Отут будемо жити? Да. Йо-майо, та ти що? Да, вот річка. Я не знаю, как я туда залезу. Там же нету берега. Берег на той стороне, наверное. Диви, как прикольно. Вау! Вау! А где ж, блин, навтівку поставить? Вот это все. Видишь, да, мостик. Ну я ж, как же я туда залезу? Это ж, наверное, они прыгают. Мабуть. Блин, если бы навтівку поставить бы десь в цей... Жаль, аккуратно. Я бачу. Ти. Вау. Де ж машину поставити? Щоб на сонці не стояло. Ну, пішов, Женя. Зараз будемо паркуватися. Іскати правильний паркінг. А люди, кстати, купаються. Так що зараз, возможно, я теж пригну. Ну, як пригну? Я плавати не вмію. Прийдеться іскати где-то бережок і чисто поплюскатися. Ножки обмочити. Езжай, езжай. Угу. Можешь еще. Можно, можно, можно. Можешь еще. Все, приехал. Я тебе показываю, что если что, то можно еще вперед. Еще вперед? Ну, если тебе надо. Ну, я нормально став. Чтоб поняла, тачку поставить в тенек. Нормально, да, мы да. Мы будем с тобой офигеем, блин. А ты купаться не будешь? Буду. А в чем же ты будешь купаться? Я голячком. Я ж, ну, я ж все достаю и прыгаю рыбки кормить. А. Да я шучу, не. Не буду, можно, ну, я то не хочу. Я ж хочу с тобой. Пошли посмотрим. Дивіться, дивіться, купаються люди, вообще. Пошли посмотрим. Ну, купаються, клас. Пошли посмотрим, що там. Сейчас, зараз. Диви, 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 воно бултихається. Так, пошли поблизу посмотрим. Бултихається. Закривай машину, ми зараз посмотрим, сходим. Закривати? Ну, да. Класно, тачку поставив. Реально круто. Блин, аж страшно, що як скотиться. А? Як скотиться, прикинь, це все. А це, ну, я поставив на ручник, короче, на електрони. Ну може, ну ти прикинь, як вона стоїть. Це жесть. Дивіться, як машина стоїть. Блін, кстати, тут можна фотки класні поділити. Ніка, я тобі говорю, такі класні фото будуть. Так, да, я тобі говорю. Дуже красиво. Так? А? Хоч можна зараз, але машина не дуже така чиста. А, видиш? Угу. Не бійся. Так я плавати не вмію. Та не, блін, не будь такою сикухою, блін. Ох, і сцекло.
Блин, ну реально тут круто. Ну зачем ты такой делал? Да не сцы, блин. Ну будь такой боягузочкой. Да я буду за тебя переживать. За дитинку? Конечно, я Лёлик. Вместе с ней. Скажи, круто. Да. Знаешь, людина купается. Вот там и можно было. Из того бережка. Блин, так круто машина стоит. Чуешь, як у фільмі. Отвечаю. Ти подиви туди. Сам, держи хорошо телефон. Як у кіно, короче, стоїть машина. Ребят, якщо вам видно, блин, зараз я приближу. Ще так круто. Ці скали прикольні. Ну я йду ровно, що я зроблю? Красиво? А? Красиво шортики? Шортики? Да, дуже гарні. А це шортики-юпочка. Шорти-юпочка? Шорти-юпочка. Ой, це Льоліку зараз класно, він так гуляє. Ой. Да? Да. А ще? Тачка аж там стоїть, пипець, а на тому берегу. Заборонено. Заборонено, конечно, заборонено. Нельзя купаться сейчас. Жаба плакает. Угу. Все, пошли посмотрим. Люди загорают. Так, я ж не мешаю никому. Я просто Тики, хочу... Тики, ты аккуратно. Аккуратненько, чтобы ты не спотыкнулась. Я хочу водичку потрогать. Какая водичка? Тепла вода. Грибки побыстрее. Тепла дуже вода. Да, наверное. Когда грибишь... И когда купается, то, наверное, тепло. А тепла вода, да? Да. Да. А дітям всегда вона тепла. Вона і місяць, конечно. Як і холодно. Ну так, да, нормально. Ну тільки... Як? Ота так людина. Ого, та ні, тоді ні. Тоді, да. Тоді... Видишь? Это саме. Тобі опасно. Жалко. Ну видишь, да. Блін, а хотілося покупати. Тобі нельзя. Это, знаешь, разве что вот так полежать, ножки вот так. Типа, а, да, да, да. Типа просто ножки помочить, знаешь, такого. Блин, грустно. Ну да, видишь, глубоко, глубоко, видишь. Аккуратно. Блин, жалко. Ну видишь, даже мужчина, он стоит, ему уже... Да, ему уже глубоко. Так, он же стоит там тоже еле-еле. А ну давай посмотрим, как оно. Сейчас приглашай. Попасть заходы. Видишь, он уже по колено, да. Бачим. Давай домой. Угу. Видишь, мне надо спать, чтобы она медленно была. А я слепила болезнь. Я один раз чуть не утопилась, поэтому меня вытягивали. Да? Да. А то бить взагалі тоді нельзя, блин. Треба в кінотеатрі сидіти і дивитися тільки, бля, на кіно. А я ніколи не була в кіно. Що? Це прикол якийсь? Я ніколи не була в кінотеатрі. Отвічаєш? Да. Ніколи в житті не була в кіно? Ні. Я ніколи не була в боулінгу. Йо-май... Боулінг не грав? Ні. Йо-майо, ти дитина, ти потеряла дуже багато часу в своєму житті. Ну я думаю, що я тобі допоможу це навернути, якщо... Якщо живий я стануся. Якщо ця країна наша видержа, блін. Пішли. Ай, укачує мене здесь. Укачує, так? Да. Все. Йдем. А ми з Женей. Женя мене пофоткав. І у мене буде нова фоточка. Хопа! О, це ж самая любимая Женя моя фішка. Це моя самая любимая тема. І тут! Вау! Стул! Как неожиданно, только не здесь. Найдем ты. В какую сторону я там раз. Ух и жара. Ух. Диви. Диви. Вот это у меня такое есть. И сейчас мы будем пить лимонад, потому что по такой жаре больше ничего не хочется. Где мы сядем? Да хоть тут. А знаешь, мы можем хоть и тут, да, я тебе хочу сказать.
Мы не скатимся. Сейчас посмотрим, как будут стульчики стоять. О, так хорошо. А? Вообще ничего лишнего. Я тоже так думаю. О, и буду смотреть, как другие купаются. Теперь открываем холодильник. Кстати, я вам хочу сказать, что пытались мы пойти посмотреть, что там по воде, но там очень глубоко еще. С самого начала мужчина, который только залез в воду, ему вода уже была выше колена. Пожалуйста. Ну ты прикинь. Лимонад такой интересный. Да. Кстати, холодный. Да я же кажу, что у меня... Туманский все... лимонад, класс. А ну. Сейчас. Ой, мне так вот это не нравится. Сейчас... Блин, Жень, а сейчас испортишь есть, один лимонад. Мне вот этот. Тебе цей, а мне надо через что-то... Трубочку не взял, да? Угу. Что-то открыто. Она ключами открыта. Заставку давай. Блин, треба ключи еще найти. У меня, походу, еще ключей нема. А, там у меня все цей. Все это херня есть. Сейчас я ее открою. Вкусный лимонадик. А у нашего Женьки все как всегда, через О. Это пипец. У Жени как всегда, блин. Ну, Женя, понятно. Это Женя. Видишь, здесь, кстати, тоже вот лавочки сделали. Только солнце светит туда. Где? Ну вот же. Это ж лавочка. Ну что? Загарне будущее. Майбутнє. О, та ты що, блин. Та, как лучше... В домах Парижа, да? Или как там? В лучших домах Лондона. Фух. Лондон. Вот это я понимаю. А ты не хотел никуда выходить. Угу. Здесь мостик, а там... На... А очки есть мои? Твои? Да, тут здесь, да? Тачки. Должны быть, да. Тебе надо очки? Да пофигу, давай посмотрим. Так весело тут. Ой, блин. Видно... А, у тебя, кстати, он и в прошлый раз провалился под тобой. Ну, это такой стилец. А почему он по-моему не проваливается под тобой? Бо я, мабуть, важкий просто. Я дуже важкий, из-за цього, короче, воно і этот... Блін, друзі, так круто. Так сидиш просто, п'єш оцей лимонад, блін. Ох, тут така бомба. Да, класно. Дуже, да, дуже круто. Пока ще хорошо так. І не жарко, і не холодно, тому що комаров нету ще. Угу. Не сильно день, не сильно вечір. Ну, дуже круто. Я не знаю, мені теж так подобається. Прям... Блін, я їм так завідую, вони там купаються. Давай. Тріш, щоб льолік наш був здоровий. Льолічок, мій попсик. И чайка, бачишь? Ты смотри, какие чайки летают. Какие красивые. Да. Это пипец. Не, ну блин, мне нравится. Круто даже. Чуешь, а так, блин, круто тут. Я тебе скажу. Да, очень. Вообще, тупо крутяк, блин. Душевная такая. Душевная такая. Романтичная, да, блин? Твоя романтика, да. Угу. С лимонадиком, короче. Mm-hmm. Романтика с лимонадиком. Вообще пипец. А ничего лишнего, я считаю. Да я тоже так считаю. Не, вот это ты правильно говорил. Надо будет взять мясо Виталика. Мяско, да, якось посидеть. Да я вообще, взагалі, кажу, це літо надо выезжать максимально, поняла? Пока тупо максимально. Потому что через 2 месяца мы с тобой потом родится уже... дитина. Никуда не поедем. Да, да. Дальше там же будет дитина уже никуда, блин, а мы уже точно... Кстати, да, Женя, я вот это придумала, действительно, у нас же с тобой есть 2 месяца. Быстро, блин, они щух-щух-щух. Я переходила, да, мост, да, блин, да, 10 минут. Они щух-щух-щух, ну они ж тут живут. А вы не знаете каждую тропу, поверь, блин. Опять. Это мы тут вообще нифига. Мы не местницы. Ну, Женя, дорогу помнит. Суть в чем. Все, они уже накупались, наверное. Круто, что нема, короче, солнца. Это мне единственное нравится, что тут нема солнца. Короче, друзья, блин, там нащелкав тебе. Сейчас почитаю вам комменты, которые прислали нам. Что вы теж... Я не слышала, чтобы вы понимали. Да, не читала. Несколько комментов, я хочу просто вам зачитать, разница
Що мене здивувало, це різниця тупоголового росіянина, ну зомбованого, який пише мені, і українця. Диви, коли мене схватила спина, я був у лікарні, мене кололо, я не міг встати. Пишуть мені комент. А думаєш, негатив безслідно проходить? Ні, це сильна штука. А негатива зі сторони Росії ти сильного добився. Получай! Пише мені українка, сразу, слідуючи. Ага. Привіт, Женя та Ніка, надіюсь, прочитаєте. Це в один день, в одне время після виходу мого відео. Ніка, та ви ідеальна пара, хай Ніка не комплексує, вона дуже гарна. Бажаю вам, щоб ваша дитина народилася здоровою. Здоровою. Спасибо большое. Ти розумієш різницю? Одні мені желають, короче, смерті на тобі від росіян, а інші, короче, підтримують і желають здоров'я нам та нашій дитині. От скажи різниця. Яка різниця між людьми? Да. А? Да, очень. Жалко, не покупались. Я все сюда складу. А я взяла і футболку купатися. У мене просто купальник вдома. Я його забула, не взяла. І взяла длинну футболку. Думала покупатися. Да? Но не судьба, видно, не судьба, видно, не судьба. Класно, да? Женя меня пофоткал. У меня будет новая фоточка. Видно не судьба, видно не судьба, видно не любви. Как это? Видно надо мной, видно надо мной. Посмеяться. Пусть телефон у тебя упадет, разобьется. Ветер шумит. Все, пока. Сейчас я с ручника машину сниму. Я сейчас как сниму. Ха-ха-ха-ха. Мы не пойдем туда на горку, не хочешь? На какую горку? А туда не хочешь? Не, не хочу. Не хочешь? Ну, поехали. Ой. Уже не бардак. Так. Друзья, сейчас покажу вам это место, где была авария дуже важка. Все, что осталось. Прикинь. Оце вон так тупо в угол, ось оце в'їхав на машині. А ось тут, де ця пластмаса лежить, пішла жінка ось сюди проходила з дитиною, з малою. І прикинь, він влупив прямо візле неї. Вона ось тут ось стояла, давай, бля. Ось отут. Прикинь. Та розрізали машину? Розрізали нахер все, вообще, бля. Повністю все вирізали, бля. Ти представляєш? Це піпець, бля. Вот так печально, вот. Угу. Вот так едешь себе куда-то домой. А все, Вінніков додому, 48 років людини. Це... Ну, може бути, знаєш, ще жара. Ну, да. Жара. Може бути, у нього не така наворочена машина, як у тебе. Та ні, там взагалі, блін, амулет був цей. Жара, і ти представляєш. А, ну, Женя, ми як сели в машину, як нам плохо було. Угу. Так нам треба було полчаса. Угу. Кондиционер включать, кошмар. Оставлять включенным. А сейчас жара, ехал. Может быть, знаешь, ну плохо там, ну, не знаю.